уже завершающая стадия подготовки арены к открытию. Открытие состоится 11 числа. Сейчас заканчиваются работы по укладке верхнего слоя спортивного покрытия на манеже. Потом разметка будет и расстановка оборудования, как спортивного, так и вспомогательных помещений, раздевалок, тренерских и так далее. Я думаю, что 11 числа у нас, не думаю, я уверена, что будет полная готовность, и мы достойно откроем манеж. На открытие приглашены почетные гости. Будет губернатор, исполняющий обязанности губернатора города Полтавченко Георгий, будет Алексей Миллер. Я знаю, что приглашение отправлено Виталию Леонидовичу Митко и Валентину Васильевичу Балхничеву. Надеемся, что вот этот состав у нас будет присутствовать на открытии. Поэтому приглашаем всех желающих. Как именно будет составлен график, по каким спортивным школам и по каким организациям, которые здесь будут проводить занятия, пока еще нет информации. Я знаю, что сейчас этот вопрос прорабатывается. Ну, наверное, здесь, если по детским спортивным школам, здесь, наверное, будет удобнее близлежащим районам проводить тренировочный процесс. А для членов сборной команды страны, я уверена, что ограничений быть не должно. Это что зимний, что этот манеж, это по их собственному желанию. Поэтому пока еще рано говорить.